приучаем Мартина к новому вольеру. Вроде понравилось. Изучает. Ну вот, запрятал еду. Так. Еда, еда. Так. Все заныкал. Вот, молодец. Вот так вот спрятал. Мартюш спрятал, да? Мартин радуется, что его вольер посадили. Бронечка. Нюша пришла в гости к Мартину. Вот везде себе найдет место, а? Не кошка, а чудовище. Мартюш, принимай же гостя, да? Мартюшенька. Кошка, конечно, чудо. Всех животных принимает. Так, по кусушке. Вот так мы радуемся.